Привет, это Darksiders 2. Так, надо управление вспомнить. Ага. Так, а куда мне надо? Может быть, вот. А, или я сюда пришел так. И как раз таки туда. Надо. Да, точно, я вспомнил, вот сюда мне надо. Здесь же и закончил. Так, открылась эта дверь. Смерть давно, наверное, сам разучился все делать, потому что за него все делают эти руки. Сундуки открывают, двери. Что это вообще такое? Теневые бомбы чрезвычайно взрывоопасны и могут использоваться для уничтожения или перемещения объектов. Да я уже нажал. Ой. Так, там два сундука, но они, наверное, наверху. Или нужно вот это вот взорвать. Да, наверное, взорвать надо. Так, стоп. Тут блока нету? Я не помню. Вроде нету. Ладно, я их зажал. И порешал. А с ней я могу делать перекат или нет? Целься. Ой, блин. Там один жив, что ли? Не очень-то легко целиться. Сапожки какие-то. Не то. О, не получше. Защиты больше на 5 и критический урон плюс 4%. А еще они, наверное, чуточку теплее, потому что... Ладно. Да отвалите, у меня мало жизни, я забыл, на какую кнопку хилиться. Потому что они выглядят теплыми, вот что я хотел сказать. Очень. Тихо-тихо. Он сдох. Я вряд ли перепрыгну, у меня нет крыльев. По крайней мере, пока. Поэтому отсюда можно сваливать. И когда-нибудь потом вернуться, может быть, я не знаю. А как переключить цель? Ладно. А, вот как можно. Блин. Еще башмачки, но я не думаю, что они такие же крутые. А вот это уже так просто не открыть.
Тут какой-то череп. В предыдущей части вот глаз был. Так. В смысле, как это работает? Может быть, вот так? Да, наверное, так и есть. Там опять бомба какая-то. Опять бросать надо. Опять надо думать, куда бросать. Как это делать? Как я должен туда попасть? Мне кажется, вот так, ладно. Тут ничего нету. Он так резво все делает. Он явно этим занимается не один год. Его братан вот так не умеет. Братан, война. Я с самого начала так хотел делать. Но я не помню, здесь есть урон от падения или нету. Он не может быстренько ползти. Стоп, нет, не та кнопка. На какую кнопку надо нажимать? Хорошо. В смысле? Да ну ты совсем дурачок, что ли? Как так? Я не могу направо побежать. Жизни только теряю. Нет, вряд ли. Смогу я туда попасть. Он не очень-то хорошо достал, скажу я. Теперь у него получше получилось. Давай, я надеюсь, ты допрыгнешь. Хоть с чем-то ты справился, там вроде как сундук. Я туда опять же не могу попасть. Нет, не закрывайтесь. Глупый сквозняк. Еще и бросаться тут будешь. Блин. Придется использовать это. Я пытался способность использовать, чтобы причинить им боль. Я и забыл про свое второе оружие. Оно вроде классное. Быстрый урон, а целая куча. Ура, я отхилился. Подняв уровень, вы получили очко умений. Ладно. Возможно, сейчас не... самое подходящее время для прокачки, но куда деваться? Я могу это еще раз прокачать? Если да, то что мне это даст?
Может, больше урона будет? Мгновенный удар. Так, увеличение вероятность. Увеличивает вероятность критического урона при мгновенном ударе. Вероятность критического урона при мгновенном ударе на 10% больше. Так, а вот это что мне дает? Призывает кровожадных упырей из могил, чтобы они помогли ему в бою. С каждым ударом упыри наносит 4 единицы урона, призывает упыри 2. 4, но их можно, по сути, прокачать. Где написано количество моих очков? А, вон, в центре, боже. Так, это пусть будет Б. Может, ему и урон можно будет прокачать? И вот эти штуки вообще неплохие. Они быстрые, мощные. Вот я сюда и попал, да? Да. Раньше-то в таких доспехи были. Карта, нашли карту местности. Понятно. Не смогу здесь перепрыгнуть или нет? Смогу ли я перепрыгнуть? Открой карту. А где то место? Может, на другом этаже? А, вот. Да. Я подумал то, что сразу вот здесь эта фигня. Ну ладно, тогда же лучше. Хоть повыпендриваюсь своим оружием. Оно очень мощное. Я не знаю, кого сначала убивать. Может, вот этих болванов? Блин, эта фигня на меня нападает, что ли? Нет, бей их, извини. Да блин, не бей меня. Давай сначала убьем этих клоунов, а потом сразимся. Один на один и посмотрим, кто сильнее. Видимо, идея ему моя не нравится. Жизни у меня очень мало. Как-то мне жалко использовать мое зелье. Не стоило вообще их трогать, надо было посмотреть. Как они убивают друг друга. И выносят все жизни. Отстой. Пусть дерутся. Не больно-то и хотелось им помогать. Лучше вон туда забегаю, там сундук еще какой-то. Используйте приемы ярости, чтобы получить преимущество в бою. Да, да, хорошо. Тут, наверное, ключ от той двери. Во. А, ну да, это ключ, но он огромный какой-то. Эти руки даже его достали. Эти изукрашенные ключи позволяют открывать запертые двери.
Ну, правильный путь еще указывает. Давайте лучше этого большого бить толпой. Я с вами, пацаны. Только меня больно не бейте. Тихо, на меня ты не нападай. Ты меня и так уже один раз убил. Почему у меня нет пистолета? Может, еще не время? Он очень больно бьет. Очень. У меня 5 жизней нет у всех. Нет, я не хочу сдохнуть. Только не на меня. А, вот, кость ходока. Мне она нужна была. Тут новенькие или нет? Так, сопротивляемость 15. Кости ходока. Что это вообще такое? Или это для прокачки? Ладно. Стоп, где задание? Задание. Показать задание. Несколько костей. Ладно. Я смогу вот здесь вот пробежать по стене? Ну да, я смог. Стоп. Кто это там буянит? У меня жизни опять нету. Тихо! Вот гадина. Они докапываются. Блять, непонятно где. Ладно. Ну это глупое животное мне вынесло всю жизнь. Ну, эти руки сами затолкали ключ. Неплохо. Что это такое? Это батут? Нет. Лучше бы это был батут. Нет. Сразу нельзя было так сделать. Что я там взял? Ой. Рукавицы?
так же быстро будет бить? Да. Ну, классно. Так, еще там где-то сундук. Стоп. Я открыл эту дверь. Только ради них. Ты не можешь больше зацепиться? Ага. Ладно. Ту штуку, может, я как-нибудь в другой раз достану. Хотя я не уверен, что потом я буду возвращаться за всем этим. Эта птица могла бы разговаривать со мной. Тоже какой-то сундук странный. Он очень долго открывал его. Что это такое? Ничего себе. А я уже уходить хотел. Это косы. У меня 27-33, значит, а тут намного больше. Ну как намного? На 6. Критический шанс, вероятность казни. А мне спрыгивать надо? Думаю, да. А здесь-то я был как раз. А вторая дверь не откроется? Думаю, нет. Потому что тут я не допрыгнул. Где тут мужик? Нет, задание у меня там. Да? Открой-ка мне карту. Да, восстановите пламя гор. Ну, давай поговорим. Насчет едкой расы. Что такое едкая роса? Едкая роса ядшальщиков, которые они тебе обязательно дадут отведать, если подпустишь их слишком близко. Найти их можно в Нижнем порте. Только будь осторожен, кусаются они страшно. Так, возвращаемся. Это еще раз нельзя нажать. Ну, он вытащил, но та дверь закрылась, и это не открылось так-то. Это не очень хорошо. Что конкретно мне здесь нужно сделать? Вот если бы он сказал, дерни за рычаг какой-нибудь там. И что-нибудь подобное. Зря я спрыгивал, да?
Да, отстой. Вон оттуда, наверное, надо было. Ну так, оба, спуститься. Блин. Ладно, сейчас все будет. Это ведь быстро. Давай беги, смерть. Этот сундук просто отвлек меня, и все. Нельзя так. Я надеюсь, ты не в лаву упадешь. Так, а эта дверь открылась? Ну да. Так, а там замок. Блин. Хай на тебе. Мне кажется, косы даже слабее этого дополнительного оружия. Вообще, я думал, тоже дополнительное всегда будет чем-нибудь огромным, с большим уроном. А тут просто маленькая какая-то быстрая фигня. Зачем тогда вообще косами пользоваться, когда есть такое вот... Так, это взорвать можно, да? Так, надо нацелиться сначала. Там шар этот. Хватай его. Он прям мастер. Развернул его так. Вот теперь он мог бы просто перелезть. Хотя, мне кажется, он и так бы прошел. Потому что он не особо-то здоровый. Выбивание теневой бомбы. Теневые бомбы взрываются с огромной разрушительной силой. Все в радиусе взрыва уничтожается или сметается взрывной волной. Силу взрыва бомбы можно использовать для перемещения крупных объектов. Это намек такой. А как мне это достать? Там еще фигня какая-то. А, ну понятно. Вот страница книги мертвых. Страница книги мертвых, соберите 10 таких, чтобы получить главу, которую можно продать в Ульгриму. Я-то думал, он опять здесь не пройдет, потому что обычно в играх, когда есть такие дырени, через них не проходят. Здесь же вот есть огромное дырение, он же не проходит. Так. Вытолкать, значит. Можно я еще и это взорву? Так, может его подтащить надо? Хотя он вряд ли в эту дырку пролезет. Ай, ладно, отпустил.
Она просто у него в руке взорвется и оторвет ему конечность. Давай быстрее. Ой, хана ему. Я не понимаю, как вытащить этот шар. Может быть, в стену бросить надо? Или вот в эту фигню? Она даже не взорвалась. Мне кажется, стена тоже не взорвется. Зачем ей это делать? Да, стена не взрывается. А я могу тот шар вытащить. Так, смерть. Чё? Да я не прочитал. Смерть недостаточно силен, чтобы... Чтобы что? Чтобы переместить этот объект. Используйте другой предмет, чтобы сдвинуть его с места. Может, надо достать это бомбой? Я просто думаю, может, зарядить другой шар? Он как долбанет тихо. Я не уверен, что это сработает. Я не успеваю, да? Стоп, или... Ой, как классно. Давай ты вот это здесь оставишь. Бежим. Кто это вообще придумал, эти головоломки? Нет, это определенно работает не так. Что там писали? Я могу где-нибудь это прочесть? Птица. Пора тебе что-нибудь найти. Найди что-нибудь. Ой, какая умная птица. А если я этот шар сюда затолкаю, вот это не откроется? Неплохо, да? Уже знал. Я думал то, что это фигня от двери. И только я сейчас подумал о том, что это может откроет эту дверь. Потому что там писали что-то про бомбу. Я не понимал, что. Оказывается, они имели в виду просто вытолкать это. Могли бы просто написать. Я и на эти вот не смотрел кругляшки. Они ведь ведут к нужной двери, которые открывают. Ох, надо же так тупить. Ключ. Благодарю. Ладно. Я думаю, на этом может закончить. Пока.